Всем привет, продолжаем убивать Солгрина. Боже, тайм. Уже 25853 смерти. А на самом Солгрине 4687. Привет, Доги Бастье. Начали с быстрого заспамщика. Неудобно он расположился, я его вообще не продамажил практически. Ну, в принципе, если выживу, то это хотя бы имеет смысл. Но я в него всего двумя шариками попал, это, конечно, ерунда. Но может сейчас поудобнее будет. Блин. Ну ладно. Ну, вторая стадия, она пипец нестабильная. Я его убил, короче, Гоги Бастье один раз, когда этот вылетал хаос. То есть он только чуть-чуть вылетел и исчез сразу. Ну потому что умер Солгрин. Это, ну, рекорд. То есть даже перепрыгивать не пришлось. Даже, ну что ты ж, ну вот зафейлил, но повезло, пока что-то выжил случайно. Да, попал. Ну хоть так, в принципе. Что-то снес. Ой-ой-ой-ой-ой, это плохо. Да чё ж так неудобно-то? Лол. А, размикрил. Не знаю, зачем я тут направо прыгаю вначале. Ну, вот уже так привык, какая разница. В принципе, я так фейлом-то не это... Не приводит. Именно это. Да. Эй. Да что, ну что ты, ну... Да, с первой стадии вообще никаких проблем уже нет, а вот со второй очень большие. Сколько-то нанес урона. Да, у Гебастей, тебя тогда не было на стриме, а я спрашивал, ну ты только, то есть, по сути, не слышал этот вопрос. Не знаешь, откуда музыка? Вот это. Не Солгрин же ее сочинил. Явно. О, наконец-то. Да, господи, ну что это, ну, удаляй. Да на третьей стадии почти всегда глупая смерть.
Знаешь, докуда доходил на третьей стадии? Короче, от Виоланты увернулся. Ну, типа, она не скушала меня, а зато не попал на платформу. Ну, короче, упал. То есть на полсекунды, грубо говоря, дальше промикрил. То есть в предыдущий раз меня Виоланта скушала, а на этот раз она меня не скушала, но я не попал зато на платформу. Да что за фигня? Что, офигел что ли? Запутался. То есть я на второй стадии умираю уже намного чаще, чем на первой. Все равно как-то она не тренится особо. Иногда бывает, очень часто дохожу до третьей стадии. Иногда бывает очень большие перерывы, никак не могу дойти. А бывает там буквально через 4 смерти уже хоп, опять дошел до третьей стадии. То есть по-разному вообще. Ну сейчас хорошо продамажил вообще, даже офигенно. Ну блин, только сейчас не попадаю. Давай, бабах. Нет? Бабах! Ну бабах не надо, да что ж ты... Ему осталось-то там. В смысле, реже меня доходишь до третьей стадии? Да ладно. То есть, типа, у меня еще не все так плохо? Так ну, два раза подряд и для меня праздник. Ты чё? Два раза подряд и для меня праздник. Такое было, по-моему, всего один раз, чтобы именно подряд. Да, подряд было один раз. Зато было, что я на втором цикле его убивал здесь, на второй стадии. Вот сейчас не получилось, ну как так-то? А ты вообще что-то халтуришь, руки быстрее, ты должен был стримить, блин. Ч
Чё-то, блин, куда-то ты пропал. Эх ты ж. Во, рекорд. Только что рекорд был. Значит, надо на... после того, как я уворачиваюсь от Биоланта, нужно сразу же рвануть на нижнюю платформу, иначе Марио заденет, потому что я явно не перепрыгну там Марио. То есть от него нужно снизу уходить, я так понимаю. Причем я специально себе не спойлерю, что там будет дальше. Я же, по идее, могу после смерти остаться и увидеть, что там дальше будет, но я этого не делаю. Да ладно, ну разберусь, ну чё. Хотя, да, тут я согласен, то что раз сама игра показывает, значит, как бы, ну, разрешено. Но это скорее недоработка, как мне кажется, потому что сейчас во многих айванах экран темнеет, или чем, ну, чем-нибудь такое. Или скрипты босса останавливаются сразу там. Ну, короче, делаю так, чтобы нельзя было посмотреть, что там дальше делает босс. Вроде я так хорошо сейчас стоял прям, а нифига, он вообще почти не протратился. Я уже думал... Так, ну ладно, давай на третий цикл. Вот, неудобно они... О, это дело. Лол? Ну, блин, а как я должен был там увернуться от этого и чтобы еще попасть? Да ладно. Вот они, лалки. А, ну типа сохраниться нельзя, да? А. Ну блин, это вообще тупо. Ну это очень тупо, конечно. Да чё я не прыгнул? Я, кстати, посмотрел прохождение первой Камилии на работе, там, пока перерыв был. Ну...
тупая игра, очень тупая игра, ничего интересного нет. Один только босс интересный был, где телевизор. Ну, в принципе, вот он мне понравился. Последний босс вообще какая-то ерунда, ничего интересного. Но Салгрина я пропустил, потому что, ну, думал, мало ли, может, там спойлеры какие-то будут для меня. Может быть, он еще интересный, но не знаю. Вот. Нормально. Да. Так, удаляй. Ну, жесть. И да, кстати, в первой Камиллии я не нашел почти ни одного прям сверхсложного экрана. Да, некоторые там есть моменты очень запарные, но все равно все проходимо. Но их не так уж и много. В основном все какое-то вполне такое сравнимое с тем, что я уже играл. В том же Lizard Man Master. Ну, говорю, почти все. Конечно, там есть несколько моментов, которые действительно такие запаристые, но вот их очень мало. А вот во второй уже там я пару уровней только посмотрел. Там вот уже серьезные экранчики есть. Ну что же я за днище-то? Привет, Октопус. Не, ну вот Камиллию я не хочу проходить, потому что она неинтересная, вот именно из-за этого. А не потому что там типа слишком сложная. Ну реально, ну неинтересная игра сделана, вообще тупо. Боссы какие-то, половина боссов вообще скукотища, вот только третий, говорю, меня порадовал. Последний вообще такой скучный, вот этого сама Камиллия, вообще жесть просто. Концовка разочаровала вообще, то есть, блин, нету ради чего играть эту игру. Да, вот я просто забыл его имя, не мог вспомнить, ну короче, телек этот. Это вот интересно, там интересно задумки, вот эти грибочки из Марио, там, ну эти, как их, шагающие, да, и так далее, там, ну... Прикольно там сделано. Разные фазы там. Интересно, в принципе. Вот единственное. Плюс я пропустил босса, где Салгрин появляется. Возможно, он тоже интересный, не знаю. Но он 9 минут длился в этом прохождении. И что-то эта жесть как-то насторожила.
А сколько у меня уходит на ну, лучшую попытку Сталкрина убить вот здесь, ну то есть вот до Биоланты, скажем, по времени, что-то я не обращал внимания. Но если там сейвы между фазами, то, ну, сам понимаешь, это ни о чем игра. Камиле должна быть усложненной же вроде как-то по логике, а она упрощенная получается вообще. И последний босс с сейвом, я вообще разочаровался. Там последнего босса можно без сейвов пройти вполне легко. Ну так, ну понятно, что там сотни смертей нафармишь, да, но не то, что вот я Сталкрина сколько уже там... 17 стримов мучаюсь. Хотя первая Камиле вроде считается высокоуровневой довольно игре, ну по сложности. Ну может быть, конечно, когда смотришь, кажется проще, но все равно это не то прям, не такое прям. Там сейф есть перед этой фазой. Ну трень сколько хочешь эту фазу, но у тебя попыток бесконечное количество. Не то, что тут каждый раз начинаешь сначала. Не, ну как бы я не говорю, что он прям совсем изичный, да? Но вот я говорю, ну по сравнению, скажем, вот с финальным боссом в Боше. Плюс Сталкрин очень интересный босс вот здесь. А там последний босс, ну вообще ни о чем. Но даже если там пиксельные какие-то штуки, то опять же, атаки неинтересные. Надо было, чтобы был не только сложным, но и интересным. Ну блин, я почти в него не попал, но зато хоть вернулся. Иначе бы погиб. Если бы там старался наверх куда-то запрыгнуть. К тому же ты даже не убиваешь ее. Но это ладно, это хотя бы там типа сюжетная какая-то штука. Хотя там сюжета вообще нету. Кроме того, что надо почему-то убить Камилию и почему-то ее не убиваешь в конце. Ну, вот, ну то есть, да. Привет, Тор, еще раз. Боши упоролся? Нет, Боши нормальный. Блин. Не, ну Снап, что ты переворачиваешь все? Привет. У Боши-то вообще нету сюжета. Ну просто тут принципиально как бы, ну нет сюжета просто. Он даже хоть какого-то просто не предполагается, да? Абсолютно никакой истории нет. Просто набор уровней, набор боссов, никак не связанных друг с другом и все.
какой-то покемон внезапно летает. Ну, короче, просто, просто набор уровней. А там, типа, сюжет. И в связи с этим, когда есть сюжет, могли бы концовку поэпичнее сделать. Больше даже сюжета нету, а у меня из-за ну, как бы, вот, того, как тут все построено, и то эпичность присутствует. А там вообще скукотища. Сюжета больше, чем в Dark Souls. Убьет. Нет, не убил. Убил. Хадукин, Хадукин, Хадукин. Да лол. Кстати, да, ну для тех, кто только что пришел, у меня новый прогресс на этом боссе. Я увернулся от Виоланта и приземлился на этот раз на платформу, а не на дно. И потом Марио назад полетел и убил меня. Нет, Тор, нормально, я-то пойду есть, а ты будешь проходить. Ты скажи, когда будешь готов, но только не раньше, чем через полчаса, я надеюсь. Ну так и знал же, эта штука убьет, но что я мог сделать? Привет, Костебрак. Нормально. В пределах нормы. Главное продолжать в том же духе. Да что ж, куда второй прыжок я делал? Ну он был, но я его не нажал. Послышал.
нажимать? Да что тут нажимать-то? У Солгрина не нажимается ничего. Хотя сейчас случайно выжил. Опять же, нормально. Да, зажали. За что? Удали, Солгрин. Что-то пошло не так. Как и задел-то, вроде же там не должен был задеть.
Снап не выдержал, пошел играть. Бандинг оф Исаак. Реберс. Да, мало снес. Ниже нормы. Да зачем? Нифига себе, странно, что я выжил. Этого не должно было произойти. Хорошо очень снес.
Нормально. Это ж... Я ж думал обличу. Так, ну на третьем цикле должен добить. Ну, либо слиться, как обычно. Ой, как неудобно это все тут происходит. Добил! И слился, как обычно. Странно, тут так не выметил. Удобно, скорее всего, я сдохну сейчас. Хотя, если вначале не сдох, тут уже можно размикрить.
так, в пределах нормы снес. Хотелось бы, конечно, больше. Ну, лишь бы выжить, так-то, блин. Но в этом и суть, в принципе, то, что два раза размитрить эти шарики, блин, это проблема. Шанс меньше намного, чем один. В смысле, нет, ну все один раз-то не может быть. Но на втором цикле реально добить. А то еще половину третьего цикла стоять. В принципе, я, по-моему, до четвертого цикла ни разу не доходил, он умирает на третьем уже точно. Привет, Джокин. Платформочки, платформочки. Да, плоховато, ну посмотрим. Ну, на третьем тоже по-любому добьется, причем очень быстро. Ну давай. Или ты меня, или я тебя. Тут уже других вариантов нет. Четвертого цикла быть не может. Ну ладно. В этот раз в мою пользу. Я не знаю, по-моему, с этой нижней платформы не размикривается этот лазер. А как я могу из этого мусора попасть на ту платформу? Я не понимаю. Иногда рандомит так, что там легко, а иногда вообще не понимаю. Ну давай, третий цикл. Убивайся. Убился? Ничья.
Мне показалось, я вроде хорошо попадал, а что-то у него там снялось вообще очень мало. Ну ладно, значит надо во втором цикле уже конкретно попадать. Как-то так. Только еще не умирать. Конкретно попал. Как это? А missing no? Что-то хреново заспамил вообще, то есть не заспамливал. Да ну нафиг. Я уже те фазы отвык. Ну потому что Тору боссов другие фишки, у них типа там стадии разные есть и так далее. Считаю, что когда босс переходит в другую стадию, это же считаю, что полечился даже круче. Это даже круче, чем полечился. Вот Soul Green, считаю, что я его убил, а он вылечился полностью. Плюс еще щит себе одел. Так что это даже более чем полечился. Эх, ты сейчас мог бы добить, если бы чуть-чуть еще бы. Лол. Лол. Блин, жесть. Надо было на гидропомпе прыгать вверх. А я же так и не научился эти гидропомпы размикривать-то. Ну типа чё, как-то физику их не изучил. А, он решил перестать играть игры, показал full power. Да, снап, примерно так. Значит, про этих пауков задрос говорил, понятненько. Вообще, я не знаю, может мне показалось, но по-моему от машины Рю можно уклониться сразу на левой платформе. Что, ну и тогда как бы я смогу потом от Кити, ну, уйти от ее лазера. Надо будет попробовать. И, по-моему, там машина не задевает.
Так, Чан Сунг был, ну, этот, Лю Кэнг, ну, неважно, я имею в виду из боссов Чан Сунга, выбранная фаза. Этот, Миссинг Кно даже был, кого не было еще, Геннона не было, Соника не было, именно там. Мегамена не было, о, Мегамена не было, скелета не было. И все вроде, да? Блин, у него осталось-то вообще ерунда. То, что я в него выстрелил, никак не повлияло на фейл. Это не связанные события. Да надеюсь, что нет, забей, это же, блин, удаляй. Я думаю, он либо фаерболы выпустит, может быть. Либо, хотя мне даже больше вероятно, кажется, он будет это, you will die, и вот это снизу вылетит. Ну так будет вероятнее всего. Ну типа, как раз таки и самого скелета показать, и атака такая, на реакцию, ну в общем. Мне кажется, именно так почему-то будет. Либо молнию, может быть, свой выпустит, но все-таки, ну не знаю. Нет, не молниями, а когда он снизу вылетает. А молнии тоже могут быть, но мне кажется, менее вероятно. Значит, я бы именно если делал, я бы сделал, чтобы он снизу вылетел. Тор, ты как там? Созрел стримить-то? А то я уже час постримил, в принципе, могу заканчивать. Так, ну, долго на холдрине сидеть смысл не особо. Смысл не особо есть. Долго ешь. Ты любишь растягивать удовольствие, что ли? Ну что ж так. Кастрюльку. Ты кастрюлями ешь? Тем более за сегодня у меня такой огромный прогресс, несколько новых фаз увидел.
Ну, это Лилит, ну, потенциал Грин. Мне интересно, что Мегамен выкинет. Ну, по-любому уже будет, видимо, все будут. Блин, это он может быть... кольца может выпустить. Блин, фиг его знает. Или пульки свои в это в тохо-фазе выпустит. Ну, тут вот вообще, кстати, вариантов куча, на самом деле. Нет каких-то очевидных. Или дракончик может выйдет этот. Не, мне кажется, сам Мегамен должен появиться. А не какие-то его эти приспешники нанятые. А сам Мегамен только пульки умеет пускать. Ух ты, за два цикла заспамил. Да, можно, там можно. Там более опасно, но зато как бы больше шансов, что потом от Кити уйду. Просто там научиться размикривать все. Ну там, в принципе, не особо какие-то сложности должны быть. Вроде. О, ну что это? Демит. Боже, не ругайся. Он не прыгал второй раз. Маловато будет. О, офигенно.
Да... Ааа, ну он меня испугал своим этим обломком, а он, по-моему, не задел бы меня. Надо не забывать, что там нельзя слишком поздно прыгать, даже если мне угрожает обломок. Потому что если я слишком поздно прыгну, то уже по-любому я лазер не размикаю. Так что лучше попытаться выжить не прыгая там, чем тупо уже 100% об лазер умереть. Какая-то шнягу убила. Ну, это было глупо.
Тор, готовься. Размикрит меня, нет? Нет, пока меня не размикрили. Зато я размикрил. Все, Сталгрин, стой там, иди сюда. Забыл! Все, удаляю, короче. Все, всем пока, спасибо, что смотрели. Увидимся на следующем стриме.